Ты слышала, как Бекхэм говорит? Будто отсосал у баллона с гелием. Ты слышала, как Бекхэм говорит? Будто отсосал у баллона с гелием. Ну, прости. Мои извинения. Мне страшно жаль. Очень-очень жаль. Сольно рано. Да, так и есть. Билеты на чемпионат? Скорее бы не посмотреть Италию против Нидерландов. Ну вот как на тебя злиться? Обнимашки. Ну иди сюда. О, боги, наконец-то, как же приятно. Пахнешь отвал башки, коричкой и мужеством. Только не отпускай. Нет-нет-нет, отпущу еще как. Отпустим эту обиду вместе. Как же хорошо. Ну ладно. А за что ты вообще извиняешься? Ну как, за сцену из Дэдпула, где... Про голос. Не припоминаю. Подожди, а ты думал, за что я извиняюсь? С чего бы начать? Зеленый фонарь, ага. Призрачный патруль, ужас. Вне себя. Кошмар. Блейд Троица. Их поменяли мозгами. Да это был шедевр! Дэвид, ну прости. Погорячился, потерял контроль. Раскричался. Открой, пожалуйста.